Зачастую клиенты обращаются с таким вопросом, что лучше съесть для похудения. В соответствии с тем, что я говорил ранее про дефицит калорийности питания, для того, чтобы худеть и, соответственно, сбрасывать вес, становится понятным, что, в принципе, таких блюд для похудения, в принципе, не существует. Но, тем не менее, есть ряд блюд, которые, соответственно, имеют небольшую калорийность, но насыщают организм на довольно продолжительное время, что позволит вам довольно долго не чувствовать голода и при этом успешно соблюдать свою диету. Ну, к таким блюдам я бы отнес, конечно же, какие-то овощные салаты, овощи на гриле и так далее, и в сочетании с какими-то белковыми продуктами. Это может быть какое-то нежирное мясо, соответственно, там курица, индейка, какая-нибудь нежирная говядина, обязательно рыба туда же относится, морепродукты, яйца, например. То есть, как вариант, это какие-то овощные салаты с добавлением куриного филе, например, или тунца, или яиц. Вот. Такое блюдо вас насытит на продолжительное время и, тем не менее, будет обладать невысокой калорийностью. Также, когда вы довольно долго, продолжительное время находитесь на диете, то есть достичь калорийности, возможно, такое может возникать ощущение усталости, организм будет быстрее уставать, как правило, на диете. Вот. В таких случаях я очень часто рекомендую людям пить кофе. То есть, если вам само по себе кофе не нравится, можно добавить немножечко молока, но его тоже необходимо учитывать, его калорийность. Вот. Но, тем не менее, кофе в этом плане помогает. В соответствии с тем, что я говорил по поводу расчета калорийности питания, для набора мышечной массы и, в принципе, массы собственного тела, вам необходимо создавать не дефицит калорийности, а профицит калорийности. То есть, соответственно, кушать чуть больше, чем вы тратите в течение дня. И в соответствии с этим вам в подмогу будут любые блюда, которые сочетают в себе легко усвояемые углеводы с каким-то небольшим количеством белка и адекватным количеством жиров. То есть это в качестве обеда могут быть какие-то любые макароны или рис в сочетании с каким-то небольшим количеством мяса или рыбы, там в зависимости от ваших предпочтений. И добавление каких-то растительных жиров, например, там оливковое масло там, и так далее. Также для набора там подойдут и в небольшом количестве какие-то, допустим, сладости, все что угодно. Главное, адекватно подходить к этому вопросу и читать, собственно, калорийность питания. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи в GoldFitness!